Ну а теперь мы переходим к теплому предложению. Это жакет Дунай. Это одна из лучших моделей, которая пользовалась огромной популярностью и успехом. И вы знаете, невероятно, что она попала в распродажу. Они у нас и по более высокой цене буквально разлетались во все концы нашей необъятной родины. Но я поздравляю, вы сегодня оказались около телеэкрана, и вам выпала удача. Итак, жакет Дунай. Жакет Дунай — это теплое предложение, сезонное. А цена просто невероятная. Всего 1899 рублей. Но посмотрите, оставьте все свои дела и только вглядитесь в этот жакет. Вот раньше я не любила зиму, потому что приходилось укутываться в грузные, огромные свитера для того, чтобы не замерзнуть и выглядеть непрезентабельно. А здесь, посмотрите! Ой, я с тобой соглашусь, потому что это вообще произведение текстильной промышленности, как ювелирного искусства. Вы посмотрите, как красиво сидит, насколько элегантно. Это теплый жакет. Кстати, вы знаете, когда у нас была акция «Новый год 100», и у нас приехали наши победительницы, и наша победительница из Краснодарского края Ольга Сергеевна, она приехала именно в жакете «Дунай», и она нас так благодарила, потому что оно настолько удобное, уютное изделие, и ведь это еще и теплое. 50% чистой шерсти в жакете «Дунай». Вы только подумайте, плотное, тепленькое, вот даже, знаешь, немножко напоминает не такую прям пальтишко. А ты знаешь, ни за что не скажешь, что шерсть, потому что шерсть обычно колется. А тут приятное ощущение. А знаешь почему? Почему? Потому что здесь 50% натуральной шерсти, а 50% пана. Пан – это заменитель шерсти. Он тоже такой же теплый, но он дает еще и мягкость. Абсолютно не колючее полотно, очень мягкое и удобное. Представьте, как уютно вы будете себя в этом чувствовать. Часто мы, женщины, когда надеваем на себя грузные кардиганы, мы говорим, ну нам же в этом уютно. Вот теперь в этом жакете вам также будет тепло и уютно, но при этом выглядеть вы будете элегантно. А как внутри красиво. Посмотрите, я тем самым хочу вам доказать, что это вязаное полотно. Видите, рисунок не нанесен сверху, а он вывязан. Здесь используются три цвета: белый, серый и черный. И вот она вязка. Вы видите, какая плотность? Я бы даже сказала, что это двойная вязка, потому что она действительно очень плотная. Как пальтишка, вязаная, трикотажная, плотная пальтишка. И это жакет Дунай. Качество великолепное. Рекомендую от души. 50% чистой шерсти можно сейчас в холода надевать под пальто, под шубу. И если на работе у вас прохладно, щеголять в этом жакете. Пусть смотрят и завидуют ваши сослуживицы, потому что такого не будет ни у кого. Партия ограничена.